Я Василий Медведев из Санкт-Петербурга, хореограф, художественный руководитель фестиваля Dance Open. Это фестиваль, который проходит в Петербурге 12 лет. Мы собираем со всего мира лучших танцовщиков, лучших хореографов, директоров театра. И в течение целой недели мы показываем самые лучшие работы, премьеры. К нам приезжают тоже студенты со всего мира. И как бы это очень такой интересный фестиваль. Я сам закончил хореографическое училище Вагановой, затем консерваторию как хореограф и работаю в разных театрах. Последняя премьера у меня была в Мехико, в Национальном театре. До этого я стоял в Берлине, Стацбалет, в Большом театре, в общем, во многих театрах. Я как бы первый раз вот как жюри в этом конкурсе и вижу первый раз, кто участвует в этом конкурсе. Я могу сравнивать с другими конкурсами, конечно, это разный уровень всегда бывает. Танец, особенно мужской, очень ушел вперед. 21 век, век техники и совершенно просто другие данные у исполнителей, у участников. Здесь мне показалось в этом конкурсе, что школы из других стран показались лучше и лучше подготовлены, и видно, что лучше школа, чем вот чешские и словацкие школы. Но я тоже могу сравнить с нашим фестивалем. Конечно, к нам приезжают очень сильные и солисты, и студенты. Здесь было несколько интересных исполнителей, и, ну, которые доказывают, что 21 век, и вошли с новой техникой танца и с новым вообще мышлением. Ну, как бы классика остается всегда вечная. Современный танец, он тоже развивается и в свои спектакли берет все то, что сейчас происходит в мире. И кино, и видео, и какие-то элементы шоу. Мы тоже, когда в Петербурге привозим и показываем труппы, мы стараемся, чтобы это было современно, зрелищно, и чтобы зритель пришел в театр и увидел какие-то новые технологии. Вот следующий год наш фестиваль Dance Open, мы будем использовать технологии 3D на сцене. И будет очень интересная сцена, как бы это добавит зрелищности и в современной хореографии, и в классической. Потому что все-таки надо, чтобы это развивалось еще дальше, и люди приходят в кино или видят в интернете интересные вещи, а потом придут в театр и ничего такого не видят. Поэтому мы как бы тоже стараемся жить в 21 веке. Okay. Ну, я думаю, в первую очередь, это надо быть фанатом своего дела. Если этим не живешь, и это не твой стиль жизни, ты ничего не добьешься в мире, в балетном мире. Потому что наша профессия очень требует много сил, энергии, работы над собой постоянно. Надо очень много видеть, ездить, смотреть, впитывать в себя. И как бы тогда добьешься в этой профессии что-то. То, что, как я вот наблюдаю, мы тоже на фестиваль привозим совсем молодых ребят, и потом они становятся звездами, и мы видим, как они развиваются, и огромный-огромный труд.